Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я рад вас видеть на своем канале Fishing Sever. Сегодня я приехал рыбачить на озеро Верхняя Пилинга. Это 14 километр по Ковдорской дороге, если свернуть с питерской трассы. В общем, приехали мы сюда за окунем. Вроде обещают, что здесь окушок поклевывает на балансир. И кум же иногда садится. В общем, приехали, посмотрим. Палатки уже стоят, смотрю, люди уже рыбачат. Вот сюда вот выйдем мы и спросим, что почем. Здесь и будем рыбачить. Друзья, это север, это Кольский полуостров, мы вновь на рыбалке. Это озеро Верхняя Пилинга. Здесь недалеко, чтобы сориентироваться, трасса как раз проходит вот этой вот губы. Губа длинная. Вот как раз по этому краю трасса проходит, Ковдорская. Так, ну что, друзья, мы просидели тут час, поклевки нет ни одной. Холод показывает, что рыбы нету. В общем, мы решили зря время не терять. Сейчас поедем ближе к дому, остановимся на чуне. Мы в прошлый раз там рыбачили, мелкий сижок там поклевывал. Попробуем в этот раз еще раз туда съездить, потому что здесь смысла нету. Мужики сидят сейчас двое, прям с самого раннего утра. 6 утра. Говорит, двух окуней прям в самом начале вытащили, и все. И больше поклевок нет. Все, мы тогда передвигаемся. Друзья, мы тут перебрались в другое место. Ну как и думали, это чуна, это вот Челамбина, рядом у нас лапедник. Решили мы порыбачить сегодня еще раз здесь, потому что там смысла не было сидеть вообще. Мужики просидели до нас уже 2 часа, говорит, 2 окуня вытащили, потом вообще клевать перестали. Так что будем здесь пробовать. Ждем результатов. Просидели мы час. Вот одна поклевка была. Что-то сошло. Все, тишина. Что делать? Фиг его знает. Вот. Изначально-то мы всегда ходили вот сюда, вот на этот пятак.
Народу-то тут тоже понаехало сегодня. Машин много. Вот здесь вот глубина 3 метра. Мы туда вот обычно ходили раньше. Ну вот раз сегодня упехались, просто уже не пошли туда. В принципе, глубина везде одинаковая. Будем думать, будем решать, что делать дальше. Ну вот, выхватил первого сишка. Ну вот ровно час. Чуть больше часа прошло. Первый сижок. Ну вот. Не знаю. Ну посидим еще, порыбачим. Может будет поклевать потихоньку. Там, может расклюется. Кто его знает. Ладно, продолжаем рыбачить дальше. Сидели мы тут еще полтора часа после сишка, которого вытащил. На троих вообще больше поклевок не было, просто тишина. Смотрю, и люди с других пятаков уже домой возвращаются. Видимо, день сегодня не очень к рыбалке предрасположен. Ну что, будем продвигаться ближе к дому. Там будет видно. Пока в машине будем ехать, подумаем, что делать. Может, возможно, даже и еще у нас в городе успеем время на вечерок порыбачить, сбегать. Так, ну что, друзья, мы переместились. Сейчас город Мончегорск. Хотим попробовать здесь, на озере Имандра. Это Мончегуба. Здесь я уже рыбачил. Ну вот, хотим уже на вечер. Сейчас 4 часиков посидеть. Вечерний клев. Может, удастся поймать. Где мы сейчас были? Ну, смысла рыбачить было нету. Ну вот. Хотим сейчас на вечер здесь еще посидеть. Ну, как бы день-то не закончится. Что дома перед телевизором-то тухнет. Так что, ну что, мы успели заехать, пообедать.
часок отдохнуть даже дома. Ну вот сейчас с полными силами на рыбалку. Так, ну что, времени сейчас начало пятого. Все, мы палатку я поставил, лунки нашел, бурить не надо, лунок много. Ну вот. Ну, вытащил сейчас первую мелкую ряпушку. Ну вот, ну, может, сижок чуть попозже подойдет. Ладно, будем пока пробовать рыбачить. Ну, начало уже положено, и то хорошо. Уже не без поклевки. Ждем результатов. Да такой же, как там. Поймали. А? Сегодня. Ну, чего, просидел больше часа. Вытащил только одного сишка. Пока. Ну, может, ближе к вечеру, может, еще подрасклюется. В принципе. Время начала шестого. Но мы до семи решили посидеть. Вот. Ну, нормально. Результат уже сегодня есть. А, такая порнуха клюет, блин. Да, промоинка тоже подступает. Ряпушка. Ряпушку мы отпускаем. Уже седьмой час. Потихонечку рыбка поклевывает, сижок. Но очень слабо. Чисто только-только на игру. Пока играешь, есть поклевки. Как удочки стоят, тишина. Ни одной. Ну, клюет в основном одна мелочевка сплошняком. Но все равно интересно, по крайней мере, ну. Хоть что-то поклевывает. Нежели как там просидели-то вообще тишина. Ладно, в 7 часов мы уже закругляться будем. Ну а пока еще порыбачим. Так, ну что, ребята, время 7 часов. Мы домой собираемся. Все уже хорош. Уже устали. Ну, для бешеной собаки 100 верст не круг. Мы с ним пол Мурманской области проездили. Но в итоге нашли, что клюет около дома. Гораздо лучше, чем там. Ну ладно, это не суть. Ну, сижок поклевывает. Ну, смысл толк есть на вечер прийти здесь порыбачить. Так что, ну, клюет тоже, опять же, на маленький черный мормышечка вот меня клевало. Ну вот. Ну что, друзья, всем удачной охоты. Увидимся. Пока.